Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Я ведущая, корреспондент Народного славянского радио. Ведущая программы «Пространство женщины». Сегодня замечательный день. День рождения Народного славянского радио. И я от всей души хочу поздравить и поблагодарить весь наш дружный коллектив нашего главного редактора Алексея Орлова, который много лет назад приняли меня в свой коллектив и дали мне путевку в мир творчества, в мир славянской ведической культуры. За тепло и поддержку, которые получает каждый, кто приходит и трудится во благо Народного славянского радио, во благо вас, наши дорогие слушатели и зрители. Поверьте, что с очень большим трепетом и теплом готовится каждая наша передача, каждый эфир. И это относится не только к ведущим и главному редактору, но и к монтажерам, к чтецам, которые начитывают свои тексты, к авторам, которые дарят свои лучшие произведения на сайте Народного славянского радио, к оператору, который с большой любовью и трепетом снимает каждый сюжет, который очень долгое время сидит и готовит эти передачи. В общем, каждый человек, кто задействован в работе Народного славянского радио, с очень большой ответственностью и заботой дарит свой труд вам. И мы чувствуем, как вы, наши дорогие слушатели и зрители, отвечаете нам своей поддержкой, своей заботой, своим вниманием. За эти годы деятельности Народного славянского радио, оно превратилось в огромную площадку, которая объединяет людей, которые приходят делиться сюда своими знаниями, опытом, наработками, мудростью. И каждый, кто соприкасается с работой Народного славянского радио, да и просто слушает наши эфиры, меняется в лучшую сторону. Меняется образ мысли, меняется образ жизни. И я от всей души хочу поблагодарить Народное славянское радио за то, что я смогла здесь получить. За тех друзей, которые я здесь обрела, единомышленников. И за то, чем я смогла здесь поделиться, что я смогла дать. Желаю родному радио и всему нашему коллективу, желаю вам, наши дорогие друзья, наши любимые слушатели и зрители, процветания и благополучия, многих плодотворных лет жизни, выполнения славных задач в строительстве державы. Быть добру!